Привет, друзья, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать, как вкусно пожарить фарш для макарон. Такая мясная подлива, так тоже ее называют, подойдет не только к макаронам, но и к любому другому гарниру. Сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал и получать уведомления о новых выходящих видео. Для приготовления фарша мне понадобится сам фарш, конечно же, у меня фарш говяжий, 15% жирности, лук, чеснок, специи, кориандр, паприка, орегано, черный перец, соль, оливковое масло и томатный соус или томатное пюре. У меня томатное пюре. Ставим сковороду на огонь, наливаем оливковое масло. У меня фарш не жирный, поэтому я добавлю немножечко побольше оливкового масла. И начинаем обжаривать лук. Время от времени помешиваем. Обжариваем до золотистого цвета. К луку добавляем чеснок. Вот когда я вижу, что чесночок с лучком немножко уже зарумянились, добавляю фарш. Нужно все хорошо перемешать. Сначала фарш нужно обжарить на среднем огне, не на маленьком, а на таком даже. Среднем, чтобы он именно обжарился, немножечко такой поджаристый стал. Так вкуснее получается, я так все время делаю. Если фарш у вас суховатый, можно подлить растительного или оливкового масла. Фарш я сразу солю. Добавляю немного кориандра. Специи по вкусу добавляются, какие вы любите. Добавляю орегано. И еще раз все немного перемешиваю. Так, я еще немножечко добавила сушеного чеснока. Я люблю его добавлять. Он немножко по-другому чувствуется, чем свежий. Значит, у меня здесь и свежий чеснок, как я уже сказала, и сушеный. И перчика тоже добавила. Черного. Черного перца молотого. Вот видите, фарш такой уже немножечко обжаренный. Это важно, потому что иначе он получается невкусный. Но слишком пересушивать его тоже не нужно. На этом этапе можно уже добавлять томатный соус или томатное пюре. У меня томатное пюре. Я вижу, что маловато, сейчас еще немного добавлю. Хорошо, когда томатного пюре побольше. Получается прямо такая, как подливочка вместе с мясом. И теперь нужно уменьшить огонь. Также вы можете добавить свежие и нарезанные помидоры. Я сегодня делаю без свежих помидоров. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться минут 10. Время от времени можно открывать и помешивать. Такой фарш готовится очень просто, быстро, легко, из доступных продуктов. На гарнир подойдут макароны, рис, картофель, почему бы и нет. Вот у меня будут овощи, овощи в духовке на гарнир. И макароны тоже. У нас не все любят овощи. И будут и макароны, и овощи в духовке. Такая идея на ужин. Прошло 10 минут. Вот я открыла, немножко попробовала. Соли достаточно. Если вам недостаточно, то можно подсолить, подперчить. И добавляем зелень. У меня немножечко кинзы осталось. Вот добавляю кинзу. И все, блюдо готово. Выключаем. Даю настояться минут 10-15, и все, можно подавать к столу.
На гарнир я приготовила овощи в духовке. Очень вкусный рецепт итальянской кухни. Ссылку на этот рецепт я вам оставлю также в описании под видео. Конечно же, вы можете приготовить совсем другой гарнир. Макароны, рис, картофель. Все на ваш выбор. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите мне свои комментарии. Поделитесь рецептом с друзьями. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч!